И о спорте. Здоровья, удачи и побольше золотых медалей. С такими пожеланиями к дагестанским борцам обратилась делегация парламента и Минспорта Республики. Накануне гости посетили тренировку вольников, которые готовятся к новому сезону. Подробнее Курбан Рагимов. Высокие нагрузки уже позади. Борцы оттачивают тактику и проводят контрольные схватки. Подготовка сборной Дагестана к Ярыгинскому гран-при вышла на финишную прямую. Уже 2 недели спортсмены тренируются в обновленном спорткомплексе на берегу Каспия, который в свое время был базой футбольного клуба «Анжи». Хочу пожелать вам успехов спортивных, здоровья. Ну а мы со своей стороны будем стараться создать вам нормальные условия. Вот вы видите, что построены залы. Строятся другие сооружения. Это все делать для того, чтобы молодежь могла развиваться, чтобы они могли защищать интересы нашей страны, нашей республики. Мы благодарны вам очень. Сегодня этот один из лучших комплексов на Северном Кавказе. Могу сказать уверенно, что аналогов нет на берегу моря. Все создано. Вот эти два зала, например, зал борьбы. Особенно в последнее время наши ребята нас радует, приносит немало великих успехов в Республике Дагестан. Вам всего хорошего, ребята. Приятно вас очередной раз увидеть. От имени борцов за поддержку и внимание гостей поблагодарил Сажид Сажидов. По словам главного тренера команды, ребята подходят к турниру в хорошей форме. Из лидеров на ковре нет чемпиона мира Заура Угуева, который вынужден пропустить начало сезона из-за травмы. Сбор проходит нормально, ребята. Самое главное в таком боевом настрое, духе, знают, и куда они готовятся, что их ожидает впереди, какая у них ответственность. И я надеюсь на это, да. Ну, конечно, я никогда не делаю прогноз о том, что сколько именно будет медалей. Мы рады будем тем медалям, которые у нас будут. И желательно, конечно, побольше, чтобы были золотые. Сегодня первая группа вольников уже отправилась в Красноярск. Там они поборются за путевки на гран-при. Основной состав сборной вылетит в столицу Сибири через неделю. Ярыгинский турнир стартует 24 января. Итоги соревнований станут главным критерием отбора борцов на весенний чемпионат Европы в Бухаресте. Курбан Рагимов, Магомед Расул Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.